Сварите вишню, чтобы получить газики. Вишенку помойте, удалите косточку и плодоножку. В кастрюлю отправляем килограмм очищенной вишни и заливаем 2 литрами горной воды. Ну и, конечно же, 100 грамм сахара. Доводим до кипения, провариваем 10 минут и снимаем с огня. Остужаем до комнатной температуры и процеживаем. Ну а теперь добавляем горсть изюма, 1 столовая ложка меда, 10 грамм дрожжей и в конце 10 листочков мяты. Накрываем перчаткой или крышкой и оставляем в темном месте. Сутки процеживаем. А газики-то есть. Бомба. Хейтеры, люблю вас.